Привет, любители, профессионалы, матерые начинающие, конкуренты и заказчики. Сегодня откладываем в сторону основные дела, потому что главным заказчиком выступаю я сам. И делать будем простые вещи для одного очень важного мероприятия. Но, как известно, на ком еще экономить, как не на себе, поэтому попытаемся как можно больше использовать отходы 20-й трубы. А также 3-метровые трубы тоже задействуем. И первое, что нам надо сделать, это два небольших стола по 1,5 метра каждый. Немного цифр нам в помощь, ну а дальше по накатанной. Размечаем, отрезаем, свариваем. На канале есть ролик про такой 2-метровый стол, ну а теперь мы его немножко подкоротим. Кстати, чтобы было быстрее и точнее, нарезаем наши заготовки парами. И заготовки, зарезанные под угол, лучше тоже нарезать попарно. Декоративных элементов нам надо небольшое количество, поэтому по-быстренькому воспользуемся станком. А по ходу дела еще успеем поболтать со знакомым, зашедшим в гости. Ну вот, наконец, доска наша сохнет, а два остого стола прогрунтованы и закрашены. Теперь переходим непосредственно к скамейкам. Здесь тоже ничего не выдумываем, а только упрощаем, потому что делаем для себя. Опять нарезаем и загибаем. Дальше, ребят, немного процесса сборки и сварки, ускоренного ровно в 8 раз.
Все, ребят, две скамейки готовы. Сейчас будут загрунтованы и по технологии прокрашены. Вот такой промежуточный вариант. Две скамейки, два стола и куча досок. Сейчас все это скромно и быстро запатинируем. Используем, как обычно, патину Церта. Как известно, патины много не бывает. Скамейки немного покрылись пылью, но это нам не помешает. Наконец-то у нас в Беларуси стоят хорошие погоды. И я вышел из этой промозглой мастерской на белый свет. Кстати, некоторым людям патинированные изделия немного не нравятся. Вот сейчас мы увидим разницу между скамейкой с патиной и без. Я все-таки больше склоняюсь к первому варианту. В спешке забыл сделать отверстие под болты для досок. Поэтому будем сверлиться прямо на месте. Сначала закрепим крайние доски, а потом уже все остальное. Ну а вот и получившийся результат. Такие четыре вещи я успел сделать. Еще раз напоминаю, что делал их для себя. Два стола и две скамейки, каждая длиной по 1.5 метра. Все, что от них требуется, это отработать всего одно мероприятие, и я думаю, с этим они справятся. Естественно, при такой скорости не обошлось без косяков, почему-то один стол оказался выше другого на 5 мм, но выяснять причину мне некогда. Сразу отвечу на комментарии о том, что зазоры между досками великоваты. Ничего страшного в этом нету, это уличная мебель. И большую часть своей последующей жизни она проведет под дождем и снегом, где эти зазоры помогут ей быстрее просыхать. К тому же мы стараемся не пить из мелкой посуды, поэтому никаких вопросов с постановкой стакана или кружки не возникает. Ну а если вы любитель выпить водочки из запотевшей стопочки, то надо быть немного поаккуратней. Ну а проект на сегодня закончен. Всем, кому понравилось, кто также для себя делает абы как, со словами «и так сойдет», обязательно ставим лайк. Ну а если вы очень дотошны и предпочитаете для себя делать даже лучше, чем для других, ставим дизлайк. Но не забываем комментировать. Ну а на сегодня все. Дальше по старой схеме. Всем удачи и здоровья. Прорвемся. Пьянство в бой, бац-бац и в точку.